Уважаемые дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали. AMC Fight Nights и Eagle FC с гордостью представляют вам главное событие вечера. Пятираундовый бой за титул чемпиона AMC Fight Nights в легком фесе! Представляю вам судейский корпус. Главный судья Мария Махмутова. Судью клетки Артур Шайхов и Иван Юревич. Ваш судья-хронометрист Армен Князев. И со звуком сирены ваш рефери в октагоне Александр Сидори. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов смешанных боев во всем мире в прямом эфире с арены Крокус Экспо, главный бой вечера турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Представляю вам соперников и первым претендента в синем углу клетки. Ему 37 лет. Его рост 172 сантиметра, а вес 70,8 килограмма. Его профессиональный рекорд – 40 побед, 6 поражений. Дамы и господа, он чемпион мира по боевому самбо, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» из Махачкалы, Россия, ведомый Хабибом Нурмагомедовым! Шамиль! Лев Дагестана Сафуров, Россия. А вот и его соперник в красном углу клетки, обладатель чемпионского пояса. Ему 27 лет. Его рост 173 сантиметра, вес 70,7 килограмма. Дамы и господа, он трехкратный чемпион мира и чемпион Евразии по ММА. И царствующий на чемпионском троне AMC Fight Nights в легком фесе, представляющий TT Fight Club и Кабала с профессиональным рекордом 26 побед, 3 поражения из Баку, Азербайджан. Приветствуйте Нариман Чингисхан Абасов! Бойцы на студину. Парни, вы профессионалы, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно мои команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. По углам. Судья! 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 Готов, боец? Готов, боец? Первый раунд, файт!
Итак, дамы и господа, время остановки боя 4 минуты и 13 секунд первого раунда. Техническим нокаутом добивание одержал победу и остается чемпионом MC Fighters в легком весе Нариман Чингисхан Апостол! И аплодисменты! Аплодисменты ваши, дамы и господа! Шамиль Сафуров!